Здесь кто-нибудь есть? Всем привет, ребят! Здорово! Я собрал вас не просто так. В эту пандемию я решил вам доказать, что я действительно общаюсь с Оксимироном. Да. Ты, по-моему, ёбнулся, дружище. Да нет, нет. Подождите, стойте. Я действительно предугадал все. Время. И даже вот смотрите, он появится вот в этом, видно вам, не знаю, в этом телевизоре. Сейчас все будет. Значит, он стал мне не просто другом. Это мой брат, мой боец. Я с ним до конца. Сейчас, подождите. Понятно, ладно. Сейчас. Там что-то со связью, Антоха. Стой! Сань, стой! Сань, ты что, мне не веришь? Сань, подожди, сейчас все. Я верю. У меня просто что-то это. Помехи. Сань. Сука, вот уроды. Уроды, блядь. Ты тоже урод. Эй, что такое? Ты меня подставил! А что ты хотел? Не надо мной хвастать! Да, я твой личный ангел-хранитель, но ты не мой Ghostbuster! Понял? Ладно, понял. Слушай, не в этом вопрос. Тут просто дело такое, у меня 50 школьники, мне нужно им как-то отвечать и бэтлить с ними. Я не могу им проебать, как ты когда-то. Тебе нужно понять. Нужно делать колко и жестко, чтобы каждый твой бэтл был как порка подростка. Понял? Попробуй. В смысле, попробовать на тебе? Сейчас? Разумеется, пробуй. Вызывай барьеру, и тогда я помогу тебе разрушить чью-то карьеру, сын. Давай. Ты завидуешь Моргенштерну, скоро захлебнешься от пены. В твоем еврейском носу столько кокаина, что там прячут закладки кладмены. Или, например, ты старый дед и зря вызывался на батл, не знаешь, что легче нащупать твои болевые точки или твою простату! Нихуя ты пидор! Походу это работает. Так и надо делать. Let's fucking go! Пойду в студию попробую. Всем привет, ребят! С вами Bedbox, и сегодня мы узнаем, кто же тот счастливчик, который выиграл наш заветный косарь в рубрике «Сделал дис на дис на дис, сделал дис на дис на дис, покажи мне, что ты можешь, или просто отъебись». А что это за рубрика, я быстренько напомню. Вы, мои подписчики, скидываете на меня диссы. Мои ребята прослушивают тонны вашего говна и кала и выбирают лучшие из них, на которые я пишу ответки. А самая лучшая работа будет достойна 1000 рублей. И самое главное, ваше имя всегда останется на коробке Bad Bar. Я хочу коробку! Круто! И в этот раз работ прислали гораздо больше. Там были как откровенные шедевры поноса, типа «Почему ты такое зачитал? Я твой реп в рот ебам». Так и вполне достойные ребята. Ебать, Микки Маус, ты чё, блядь, думал, будет батл? Запущу тебя по фан. Ну что, поехали. Первый дис, смотрим. Ну что, ребят, сейчас смотрим нашего первого МС, Максим Воробьев, МБ, МВ, не знаю, как правильно. Короче, поехали. Я снесу твою бошку, будто пиньяту в Хэллоуин. Да, тут слишком жаркий флоу, пусть на мне мятый пуховик. Хотел бы знать, что в голове, но туда вряд ли бы проник. Видел бы ты, сколько рифм в столе тут я похоронил. Но Микки, где альбом в начале осени? Нам ждать снова? Хотя лучше скажи хоть раз, ты сдержал слово. Это явно фанат.
Он, ну, то есть, ну как фанат, но он слушает. Ну, тут по факту, да? Ну, а что делать, если что делать, жизнь такая? Если жизнь такая. Не мышь такие. Ну, да. И те, кто помнят, там, Хоббит, ссылочки, там, я не напоминаю, я просто ментально. Опять расстроил наш Кен, что происходит в башке? Как ни крути, он продуктивен, прямо как Влад Швед. Микки скажет... Никто не знает, кто это, но... Сейчас никто не понял, никто не понял, просто, блядь, зачем ты это вставил? Короче, Влад, привет. Это стой, ну это наш скажет, что это твой друг старый. Да. Старый друг, чувак настолько прошарен в тебе, да, во мне. Что он знает даже твоего друга. Да, который тоже читал рэп, и я у него там фитовал даже. В каком нем... году? 2014-13. Мы у него дома записывались даже, до тебя, ну, до твоей студии. Ну, парень утонул в тебе, бедняга. Зачем ты это помнишь? Скажи, какой бэтбокс, если там сплошной бэтбарс? Всю вашу трушность забудут на утро, все потому, что ее нет в вас. Учишь крашить девочку? Ебать, ментор. Но для чего им рэп, когда нужен им Дарт Вейдер? Ой, ебать. Это отсылка. Это отсылка. Как ссылка, это приложение? Да, да. Тоже, это для тех, кто не понял, это тоже... Чувак, ты чё же, ты чё, сосед мой? Ты мой сосед, может, я не знаю? Это что-то личное вообще. Откуда ты вообще? Ушел в новое русло, но толкаешь деревенский вайб. Нам лучше б делал лирику вместо ньюскула, вместо грайма. Перестань бежать за модой, а то там все гниют. Микки, я жду огненный рай, свет во мне и нарколепсию. Жди, я никогда такого больше не выпущу, нахуй это надо. Старый трек это? Да-да. А что, ну все, это конец? Давай посмотрим, не знаю. Да, он ушел в закат. Ушел. Ну, в своей модной куртке и все. Ну понятно, придется ему отвечать и разгибать его. Я даже не знаю, как можно оскорбить, считая того, кто с тобой живет. Соседа, не знаю. Не знаю, ну он все, он тебя знает. Кто ты, мой брат? Кто ты? Скрытый брат. Да, не знаю. Ну, так сейчас подумаю, что это подстава, что мы просто своего чувака... Пропихнули, вот, кстати, да? Да, да, да. Нет, чувак, пизда тебе. Походу, этот паренек уже давненько за мной следит, и придется готовить ответку и унизить его как надо. А то он как-то не унизил меня. Недостаточно. Оксана Федорова пишет смс мне. Ведь я оставил на шее вчера засос ей. Стоп, я не понял, ты слышал все мои песни? Ты дисишь меня в тексте, но что я слышу после? Ты меня хвалишь за каждый мой старый трек, но ты остался в прошлом, как мода на батл рэп. И ты мой ждал камбэк. Микки Маус, Макфлай, я отмотаю флоу тебе на пару лет. Макс, Макс, бро, слушай, людям ссать, брось в уши. Ты хотел фит, но так Эмби, убей бит. Но у нас френдзона, и ты как Мэйби Бэйби. Ты же лучший наряд, его путь ведомый. Долбоёб, ты снял видос в куртке дома. Нарядился, чтобы снимать дешевый контент, но ты прятал свой взгляд за дешевый рейпен. Ты душнил и Максим, твой рэп уныл и плаксив. Твой стилёк из нулевых, я могу ебать эффектно. Мои панчи вода, сука, пакуй чемодан. Да, в моих панчах не вайб, не всплывает бодибэк твой. Я сам знаю, что мне делать. Ты ведёшь меня вокруг пальца, я тебя мелом нахуй в парк. Ты дрыж, ты же отрыжка. Окси не вывозят против меня твои фришки вовсе. Ты скучный. Не сумел сделать имя себе, не учи крутиться. Ведь я сам себе велосипед. Ждёшь лирики, вот она, всё для жалкого ботана. Нахуй всю репутацию, ведь она давно продана. Ты говоришь, я не держал слово, и верить мне нет никакого резона. Сука, я ничего тебе не должен, но я держал слово со второго сезона. А тебе никогда не будет инфы, ты трусливый и серый, идеальный батл МС. Слышь, Максим Воробьев, мы с тобой как инь-янь. Любой текст на тебя, стрельба по воробьям. Такие, как ты, говорят, делай в старом стиле. Из-за тебе подобных в музыке нет прогресса. И мне реально жаль, что вы все еще живы. Я вырыл тебе могилу, теперь знай свое место. Как вы поняли, это не совсем мой трек, это трек Зиминема, это Eminem, Илья Зимин, Зиминем. А с тобой, Максим, все, я тебе, в принципе, все сказал, поэтому переходим ко второму MC. Второй наш MC Zero, или Zero, имя его Олег, вот, сейчас посмотрим, что он нам скинул, насколько он сильно меня уничтожил. Не брать биты с... Бит на убийца. Слышишь это, слышишь? Ватермарками, о чем ты, даун? Я тебя вынесу под ноубийца, сделав тебе же рекламу, яу. Ноубийца, салют.
Эй, мышонок, эй, мышонок, эй, мышонок, эй, мышонок. Эй, мышонок, ну давай побатлим. Ты же так хотела, тварь, не так ли? Ну окей, сейчас разложу по фактам, какой-то рэперок бездарный. Сгинешь тут ты вмиг, бой, ведь пощады не будет. Мыши любят сыр. Ты отведаешь его из-под залупы, тебя за тупки. Ну это, блядь, банально, хуйня мне много. Сыр, залупа, вот вся хуета. Он, кстати, еще немножко на Хованского чем-то дал. Шепелявит? Ну, есть такое. Ну, не, ну, шепелявостью, да. Это МС Хованский, что ли? Да, вот здесь, кстати, двор на Выборгский один напоминает. Вот в клипе я такой, сейчас вот обращаю. Да мне кажется, у тебя все дворы на Выборгский в том мире. Не знаю, он тоже, наверное, мой друг. Зайди, зайти смогли, ты сам подумай над этим и скажи, почему же так, ты же такой крутой MC, но все просто, блять, ты нам не интересен. Просто серый заурядный MC, но чего еще тут ожидать от мышонка, давай опять показывай стиль. Все равно, но на им повыше ростом. Ты ёбнулся там, в конец ушиль, я тут пиздата, ты живешь, что ненавидишь сам себя. Я тебя зажарю нахуй, сегодня лох на вертелепе, твой лайфстайл, это Леха Медиа про... Надо подумать, я не тупой, просто до меня... Твой лайфстайл, да, Леха Медь? Леха Медиа. Леха, ну, типа Меди. Так... Не надо сейчас, блядь. Бля, сейчас стой, опять напишешь. Ой, ты такой тупой. О, просто, бля. Пятихатка, 5 квартир. Да, короче, я нихуя не понял с первого раза, реально. Леха Медиа. Ну, типа, медиа как сфера там СМИ и так далее, или как что? Твой лайфстайл — это Леха Медиа. Лайфстайл, может, какой-то канал есть, блядь. Пусть, ну, в комментариях. Короче, поясните для меня, пожалуйста. Ну, я знаю, что Леха Медиа, он же вскрывался. Типа, ну да, вскрылся. Может быть. Короче, пусть они пишут. Все, я нахуй не понял ничего. Ну, панчлайн может быть хороший, кстати. Я ничего не говорю. Просто хер тебе, а не собирать зал тебя, ведь хейтит даже цену фиксы, я да так. Кто хейтит? Не знаю, можно отмотать сейчас. Собирать зал тебя, ведь хейтит даже цену фиксы, я да. Даже хейти, ха-ха-ха-ха. Блин, ну Хованский всегда так, у него проблемы с этим. Ну давай дальше. А потом ныл, что Алинджей проебал. Да так и надо убивать мышей толком. Надеюсь, кто-нибудь расскажет это твоей тёлке. Твоей тёлке, твоей тёлке. Если серьезно, респект за треки. Респект за батлы и за плейблэка. Я бы... А да. Что с плейблэком? А, блядь. Да, помнишь, хуета? Нет. Судись? Я, да. Не надо возвращать. А, блядь, диктатор этот. Все, давай. Идите нахуй отсюда, просто с комментариев, вот кто будет писать. Вот это ты долбоёб просто. Не, сейчас там есть, по-любому. Ну, они есть. За диктатором. Да, да, вот это вот. Ну, если вы до сих пор это форсите. Это сколько можно помнить? Нет, если вы это форсите прямо сейчас, то, ну, с вашей жизнью что-то не так просто. Ну, они, значит, соседи диктатора. Так же, как вот первый человек. Да, ну они все где-то дружат, блядь, в одной локации. Все, кто с диктатором дружит, они все в одной локации живут. Ну, здесь диктатору привет. Даже с кайфом записал с тобой фит, но ты хотел диться, ебать, лови. И ушел. Все, покушал он диса. Да. Хотел диса, вот и получил. Да, ну, короче, такой забавный чувачок. Ну, нормально, да. Ну что, я ознакомился с этим персонажем Zero Zero Zorro. Ну, о нем есть несколько интересных фактов. Первый, ну, он шепелявит, но это как бы и так понятно, да, вы тоже заметили. Второй, он батл-рэпер, истинный батл-рэпер, он батлится на площадке в лесу. Выглядит это вот так. Твои треки, будто уровень синего кита, мудак, они довели меня до предсмертных судорог. Ну, пошли, ебать, ребята! Ну и третье, он любитель пацанских цитат, видимо, у него есть такая легендарная цитата на странице, вот такая. Ну не знаю, если вам пригодится, можете там копировать, девушке отправить или маме с праздником поздравить, не знаю. Так как он батл-рэпер, я, видимо, тоже, мы должны сделать все по канонам. И как у любой батловой площадки, всегда в самом начале есть интервью участников, и здесь оно тоже есть, вот оно. Привет, Илюха. Здорово. Что ты сделаешь с этим рэпером сегодня? Я разорву его очко, и его очку будет очень больно. Так никто и не сомневался. Не надо вам сомневаться. Привет, кто ты, лох? Zero. Как ты относишься к тому, что сегодня тебе порвут жопу просто прилюдно? И вообще все это увидят? Ну, нервничаю так немного, но текст выучил, все нормально. Ты в курсе, что Микки настоящий ассасин на батле? Нет. Сказали, вот пару масона даем, все такое, так и познакомились. Как думаешь, что он на тебе думает? Нормальный чувак, но сегодня ему пизда. Проебу готов, попу помыл? Да.
Никто не ставит на зеро, это доказанный факт. Потому что ты игрок, но где твой козырь в руках? Мы выкупили твой клип, у тебя много проблем. Ведь из всех батловых лиг, твоя лига КВН. Никто не ставит на зеро, это доказанный факт. Потому что ты игрок, но где твой козырь в руках? Мы выкупили твой клип, у тебя много проблем. Ведь из всех батловых лиг, твоя лига КВН. Нахуй не до сарказм, что не так с этим зиро? Микки Маус чувствует сразу, если рэперы звучат сыро. В речи много дефектов, ты шепелявый ботаник. Память до нудного интеллекта, значит я зову тебя Ларин. Помни, что за умный текст больше не имеет вес. Ты баснешь, тебе маршрут ветками, ведь кругом лес. Забатлил бы в кустах, но разницы не заметят. И битва станет похожей на мимасы про медведя. Шлюха! Ты говорил много про меня, но на тебя я не повлиял. Ты никогда не менялся, ведь в твоем шкафу не скелеты, там Нарния. What's up, Zero, ты Sub-Zero? Влетая на бит, как Люк Кейн. Я хочу дать им огня, могу дать прикурить тут целому пустяке. Я как кожа, ты меня целишь, но жить без меня не сможешь. А, ебать, Сократ. А я как хуй, ты хочешь обмануть меня, надуть меня, тогда в меня подуй. Это доказанный факт, потому что ты игрок, но где твой козырь в руках? Мы выкупили твой клип, у тебя много проблем. Ведь из всех батловых лиг, твоя лига КВН. Никто не ставит на зеро, это доказанный факт. Потому что ты игрок, но где твой козырь в руках? Мы выкупили твой клип, у тебя много проблем. Ведь из всех батловых лиг, твоя лига КВН. Ну что, вот такой вот ответ. А в нашей сегодняшней битве MC заветный косарь улетает к Zero. Чувак, ты действительно сделал дисс, мне все понравилось. Максим как бы тоже меня задиссил, но мы как-то любим пожестче просто. Вот, мы скинули ему косарь, вот доказательство. И самое главное, деньги не всегда важны. Самое важное, ты всегда будешь с нами, ты будешь на коробке Bad Bars. Знаешь... Что? Что? Там еще скидывал Шумиган также. Ну да. Что в прошлом выпуске еще скидывал Кирилл БК, и Кирилл БК, кстати, растет. На глазах? Ну, не на глазах, но в ширину точно. Так, типа. Ну, у него карьера. Мы будем наблюдать за его карьерой, за карьерой Кирилла БК. Через некоторое время мы, конечно, выложим какой-нибудь из его дисов, может, он будет после каждого выпуска присылать. Может, будет 10 каждый. Кирилл, не расслабляйся. Давай. И Шумиган тоже. Да, Кирилл, если ты не попал в этот выпуск, попробуй сделать что-нибудь еще. Да, ты молодец. Шумиган-то, он, зацените Шумигана, он, ну, нормальный парень. Он, кстати, нормальный парень, хороший чувак, перспективный, вот. Ну, дичи много там, дичи. Ну, дичи, да. Девочка какая-то хотела скинуть дисс, она спросила, но что-то так и не прислала. Блин, женский дисс, если вы девочка, и вы скинете на меня дисс, это будет просто топ-контент, поэтому, девчат, все в чат. О, Zero. Zero, похлопаем Zero. Все, коробка Bad Bars. А, кстати, мы не написали на ней, что она Bad Bars. Не сейчас, потом. Ну, а лучшим комментатором на этой неделе стал Antihero вот с таким комментарием. Чувак, поздравляю, ты теперь навсегда с Bad Box. Короче, еще на следующий выпуск есть запасы. Если вы, ребят, продолжите дальше скидывать диссы, то вообще будет зашибись. А женский рэп, говорю, приветствуется больше. Да, вообще, просто так хотим с девчонками побэтлить. Девчатами! Даже комплиментарку можно. Да, да, да. Я так и сделаю, на самом деле. Все. Antihero, поздравляю тебя. Ты теперь с нами на коробке. Поэтому, братан... Ему мы не хлопаем? Ему хлопаем, но... Так, ну... Держи статус. Ты теперь... Ну, ты теперь не обычный человек, понимаешь? Ну... Ты теперь коробчанин. Статусно. Статусно? Можешь на работу так устраиваться. Ну вот и все. Спасибо, ребят, что скидывали диссы. Мы понимаем, что это тяжелая работа, действительно, и мы ценим это. Поэтому каждый, кто скинул дисс и кто будет скидывать дисс, вы уже молодец. С вами был Bad Box. Пишите комментарии и попадайте на эту коробку. Пишите диссы, как я уже сказал, и попадайте на коробку Bad Bars. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, показывайте эти видосы своим друзьям, своей маме. С вами был Bad Box. Вы все знаете. Пока. La 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 la